Включаю. Все, продолжаю портить свой пейзаж, блин. Какая-то фигня выходит. У меня не получается, блин, реально. Пожалуйста, научите меня кто-нибудь. Нет, не надо, никто меня не научит. Я нахрен никому не сдался. Я сам должен, пожалуйста. Бог, помоги. Короче, здесь вот такая вот возвышенность была. Здесь деревья, по идее, должны быть, но проблема есть кое-какая. Но есть одна маленькая проблемка. То, что я, Александр Алёнин, не умею рисовать прям. Хреново рисую. Хрень выходит одна. Что это за мельница, блин, сломанная? Здесь должно быть больше синего, но хрен знает, что вообще происходит. Сделаю здесь тропинку наверх. Очередная ерунда у меня вышла. Хватит ныть. Давай рисуй. Давай рисуй, дружок. Я рисую, ё-моё. Просто я, блин, у меня по МКБ, знаешь, есть синдром неуверенной личности, зависимой личности. Мне нужен кто-то... Ну, зависимая личность, почитай. МКБ, серьезная. Это тебе не шутки. Но я точно не знаю. Короче, я испортил сейчас забор хороший, который был. Был хороший забор, я испортил. Сейчас я его еще больше испорчу. Вот же хрень. Там что? Вдалеке, там должны быть деревья, всякие луга, там что? Там ни хрена. Чё это такое вот? Что это за дичь? Это что, елка что ли такая? Это же дичь, а не елка. Она не вписывается даже в пейзаж, не вписывается. Даже раньше я лучше елки рисовал. Елка, блин. Он должно быть размытый такой. Она стрёмная получилась, размытая такая вся. Стрёмненькая. Размытая, стрёмная. Не умеешь рисовать, да? Меня отчислили как Гитлера. Как Иисуса отчислили из училища художественного, понимаешь? Как Иисуса выгнали из храма, из училища, храм там тоталитарной дичи. Сейчас я выпью еще таблетку, чтобы не нести всякую чушь. На самом деле доля правды в этом и есть, что там храм тоталитарной дичи, это училище Суриковское, в котором я учился. И вообще любое Сурикское училище, оно поганит художников, вместо того, чтобы их развивать, оно делает себе рабочий персонал, просто набирает, в рабов превращает. Но ты-то не станешь рабом, ты будешь крутым челом, да, дизайнершей. А я буду бомжом. Я всю жизнь одинок! У меня нету здесь...
Ни одна девушка в этом городе меня никогда не любила и не любит, и не будет. Ни одной девушки в этом городе, ни в Красноярске нету, которая меня любит. Ты можешь себе такое представить? У тебя есть такая ситуация в жизни, а? I love you. В Красноярске. Они там все как, как одна пишут. Обзывает тебя просто и пишет. Ты пишешь, для тебя нормально оскорбить незнакомого человека? Она говорит, да, да, привыкай, я такая, у меня такой характер, у меня есть характер, привыкай. Типа, просто человек ничего ей не сделал, не сказал плохого, ну, сказал, что болеет. Она оскорбила. Вот такие вот с характером красноярки. Охренеть. Ни одной, ни одна меня не любит, ни одна. Представляешь? Что это? Сколько я писал, обращений делал. Ни одна. Они меня просто забанили. Одна вроде согласилась, но забанила меня потом. Хотя сама там в татуировках вся. Короче, вообще какая-то дичь происходит здесь. Пошло оно все. Это какой-то одиночная камера. Мертвая зона. Мертвый мир какой-то. Для кого-то он жив, живой, конечно. Молодцы. Вам хорошо, блин. Короче, полная дичь у меня получается, а не рисунок. Простите, пожалуйста. Дичь получается. Здесь должна быть башня Ксардоса. Башня Ксардоса, давай. Сейчас получится полная хрень, а не башня Ксардоса. Я великий художник. Ага, вон какая дичь получилась. Я великий художник, у меня получится хорошая башня Ксардоса. Пожалуйста, помоги сделать башню Ксардоса красивую. Мелок, ляг таким уголком, чтобы... Классно вышло, пожалуйста, прошу. Ну вот какая дичь выходит, ты посмотри. Вот это дичь. Вот это дичь. Это что, башня Ксардоса, что ли? Такая-то дичь. Полная дичь, блин, а не башня Ксардоса. Не знаю даже, я разучился рисовать даже башня Ксардоса. Я чем больше рисую, тем больше разучиваюсь рисовать. Вот в чем прикол. Чем больше я учился в школе, тем больше я должен был проникнуться этой системой. Должен был стать винтиком системы, научиться подчиняться, сидеть в офисе там или еще где-то. А я вместо этого стал маргиналом. Я не могу вообще уже в коллективе сидеть, ни в одном находиться. Чем больше я рисую башню Ксардоса, тем хуже у меня получается. Чем больше я рисую это, тем хуже получается. Чё за дичь? Чё с моим мозгом? Чё с моей головой, скажи? Чё так всё плохо? Нету насыщенного мелка синего. Мне нужен он, чтобы готику рисовать. Потому что в этом вся суть готики, я тебе открываю секрет. Вся суть величия готики в прекрасном синем, в синей дымке вдалеке. Это просто нечто великолепное они сделали. Может, даже они сами не догадывались, но они сделали великую вещь. А дальше они уже подпортили чуть-чуть. Получается дичь у меня. Я не умею рисовать. Пора бы это признать. Мои рисунки никто не покупает. Ну, как говорят, моя бабушка и мама меня постоянно упрекают. Ведь они правы.
Я сумасшедший. Я рисую бесплатно для города зачем-то, и все меня презирают, считают вандалом. Я рисую за свои средства бесплатно, пытаясь сделать город красивым. Мечтаю сделать чудо света. Городок такой, чтобы там чудо света, чтобы снизошел до меня какой-нибудь буржуй мощный, олигарх, и сказал: вот тебе городок небольшой мой, разрисуй его так, чтобы сюда съезжались все туристы, чтобы я денег получал с туризма. Я ему так разрисую, блин, этот город, что туда тысячи, миллионы туристов будут со всего мира ездить. Но нету ни одного такого. Если ты найдешь такого, блин, конечно, ты не найдешь. Никогда не найдешь. Я умру ничем, никем. Мой единственный шанс — это только вот, если какой-нибудь человек разрешит мне разрисовать город, сделать его чудом света. Но никто мне не разрешит. Никто не найдется ни одного такого, кто бы на такое согласился. Сколько мне сделать? Миллион обращений, чтобы кто-то услышал. Они будут уже угорать надо мной там. Ведь, а этот поехавший. Все со своими, со своей мечтой. Поехавшей мечтой. Будут угорать надо мной, да, да. Знаю вас. Угорайте. Давайте, угорайте надо мной, блин. Моя мечта не сбудется никогда, жаль. Короче, херню нарисовал я. Черт, я не люблю это. Полная херня. Ничего уже не изменить. Короче, нарисовал херню, нарисовал, блин. Ничего не поделать. Башня Ксардоса какая-то дичь. Даже не похожа на башню Ксардоса. Что за хрень? Что со мной не так, а? Скажи. Что со мной не так? Я сейчас еще больше испорчу ее. Подрисую здесь вот эту хрень. Все испортил вообще окончательно. Что со мной не так, блин? Почему не получается башня Ксардос? Потому что я бездарь. Тебе никогда не стать художником, да? Скричал мне этот ежов чертов жопосед. Сидящий на заднице, получающий деньги за сидение на своей заднице. Опухший уже. Она у тебя не опухла, ежов? Наверное, уже геморрой у тебя там. Сидишь на заднице, получаешь взятки. Ну, секс тебе, может, делают там, минет. Ради того, чтобы ты получил. Пропустил их, ну, поставил хорошую оценку. Но я что-то не стал тебе, нельзя так ничего делать. Пошел ты. Я умру просто никем. Обо мне напишут, что я преступник. Я в Википедии напишут меня, занесут как массовый убийца или еще что-нибудь такое. Дебилы занесут меня. Массовые дебилы. Это все. Ежов. Тебя там никто не тронет. У тебя член сосут там, чтобы и взятки дают, скрасится девчонка перед тобой. Ну, короче, полная дичь. Не хочу даже обсуждать, это неприятно. Должны быть нежные облака, у меня какая-то жесткая получается. Люди у меня не выходят, я не умею, не могу людей. Только архитектура. Знаешь, у кого архитектура хорошо выходила, а людей он не любил рисовать. Знаешь, кто? Слоупок, блин. Давай, скажи, слоупок. Андроид, скажи, кто? Будто я не знаю, блин.
блин, унижать, типа, тем, что ты художник, и ты, типа, этим похож на Гитлера, это вообще надо полным деграданством обладать каким-то, не знаю, вообще. Ну, не знаю, короче, мне похер. Фигня получилась. Еще слюни мои. Две капли. Вообще жесть. Отстой. Башня Ксардоса кривая получилась. Она должна быть вообще вот этим цветом, вот таким цветом, блин. А она, хрен пойми, каким цветом. Херня. Я рисую полную дичь. У меня ничего не получается. Облака должны быть нежными. В готике. Но они здесь какие-то только портят все. Ай, блин. Отстой полный. Я отстой. Из отчаяния он делает последние попытки добавить какой-то странный цвет, похожий на коричневый, но не похожий на коричневый. В башню Ксардоса получается еще более хрень. Из отчаяния он пытается стереть свои слюни, которые попали сюда. Какое позорище. Какое позорище вообще. Ничего не умеешь. Ничего не умею, блин. Мама говорила, лучше таксистом устроился, лучше бы таксистом работал. А, кстати, фильм «Таксист» есть. Может, она имела в виду... Может, это знак мне стать тем таксистом. Он тоже там устроил всякую дичь. И подох потом. Он не нравилась ему вся эта система. Не нравилось ему, короче, как и мне. Капец. Я только порчу. Короче, вот такая вот хрень у меня вышла, извините. Я не знаю, что делать вообще. Хреново выходит. Какая-то дичь. Сейчас я еще больше испорчу. Пытаешься исправить, только еще больше портишь. Это как с девушкой, пытаешься помириться, пытаешься там... А еще только хуже относится к тебе, блин, от этого. Она сделает тебя вообще куколдом потом. Блин, полная хрень, не башня, а хрень выходит. Что делать-то? Белым закрасить здесь будет полная дичь. Что это такое посреди синего нормального неба, белая какая-то хрень? Че рисуешь, дебил? Мне это говорит Эдвард Билл. Че рисуешь, чи, да? Чи, да? На, в щи тебе, Эдвард Билл, блин. Блин, вот, если бы он подошел ко мне, я бы знал, что это Эдвард дебил. Было бы круто ему пырнуть прямо в жопу ему чем-нибудь, как мне угрожал уголовник. Ведь все, что я говорю, это все я слышал из этого внешнего мира. Это все вот эта вот грязь, вся вот эта вот дичь, подчеркнутая из этого внешнего мира дикого. Пырнуть ему в жопу. И он бы побежал, но он бы, правда, заявление написал бы, наверное, на меня сразу. Он подошел ко мне, чи, да? Или подошел бы, я сижу, он, что ты такой дрищ, что ты в очках? Просто встаю ему на него,
там, кое-чем поливаю, там. За это, в принципе, он бы подал в суд. За то, что я его облил, ну, за то, что я его там... Ну, это сложно, короче, когда... Я бы выпил побольше и сказал, подожди, подожди немножко. Подожди, я сейчас куплю еще кофе, сейчас. Еще выпил много, еще больше. Сейчас, подожди, давай, продолжай, снимай меня. Да, да, давайте я расскажу, почему я такой ничтожный. Я художник, я скрипач, у меня макулодистрофия, я буду все ему рассказывал. А потом я такой, чи, да, потом такой, подожди, а хочешь, я тебе покажу, как я сальто умею делать со стола? Ну, давай, блин, нет, он тогда отойдет подальше. Скажу, черт, как же мне сделать? Короче, нужно просто попытаться струей, чтобы на него попало, на его аппаратуру и ему в лицо. Ну, тогда это хорошо будет. Еще снимать при этом самому, чтобы он... Вот это было бы круто. Но теперь он больше уже не подходит к людям, потому что его просто отпиздит. Если он будет подходить, что-то снимать, там такое... Его, он там в бункере живет уже, как Гитлер. Он столько людей унизил, запугал. Посмотрите на его рожу, этого Эдварда дебила. Он живет в бункере, как Гитлер. Фактически в бункере, только более оснащенным всяческой херней. И к нему ходит эта Собчак, которая задницу лижет Жириновскому. В баньке, когда он с мальчиками тусуется. Язычки у них проверяет. Жириновский, блин. Язычки проверяет у мальчиков. Видео на ютубе есть. А ты думаешь, что он патриот России из-за русских людей, блин? Хватит это терпеть, блин. Да, просто офигеть. Просто дичь выходит у меня вместо рисования. Давай последний штрих, давай. Давай. На. Херня. Полная херня. Ни одна девушка не любит меня. Эдвард Билл. Он так делал, потому что в России не легализовано огнестрельное оружие, в Америке бы он побоялся так пранковать. Он знает, что здесь можно над простыми людьми издеваться, они будут... Не, ну мне реально жалко тех людей, над которыми он издевался, блин. Реально жалко, я вообще не могу. Если бы ко мне подошел чел, который просто снимает на камеру и типа и так вызывает подхёрт, я бы просто начал ему рассказывать, кто я такой, свои идеи. Начал бы рисовать, если мелки есть в кармане, рисовать бы начал, если нет, то начал бы рассказывать это все, короче. Но я бы, ну поскольку я тревожный человек, у меня ни хрена бы, наверное, не смог рассказать. Но он подходил ко всяким охранникам там, охланникам, ко всякой фигне. Короче, все, ничего я не могу нарисовать нормально. Даже стыдное имя свое здесь писать, не буду писать его. Пошел отсюда, иди, вилкой чисти меня, орет. Вилкой чисти, иди. Ничего ты не умеешь, пошел отсюда. Даже вилкой не умеет чистить. Короче, я не до художник. Никто, черт возьми. Какая херня. Дом даже не могу четко прорисовать. Боюсь вообще что-то не то нарисовать, получится херня. Блин, нету подходящих мелков у меня. Да, это отмазка такая тупая. Типа настоящий художник, он вообще там вилкой нарисует офигенную картину. Да, да, блин. Молодец, нарисуй вилкой.
Короче, все, не буду больше позориться. Ну и так уже понятно, что я... Да, короче, в России просто не читаю, поэтому Эдвард и дебил. Что ему еще делать? Вот решил так реализоваться. А гопники рады и рады смотреть на это. Смешно, блин, подходит, издевается над людьми. Эдвард дебил. Блин, какая хрень у меня выходит. Я не могу нарисовать ничего. Нормально. Полная дичь. Полная дичь выходит. Я ничего не могу уже, все. Я ноль. Я абсолютный ноль. Сбрось, брось свое я. Голод и боль. Душа моя. Душа твоя. Его душа. Наша душа. Мечта увидеть тот мир, когда мечта увидеть тот день, когда падет старый мир. Когда последнее превратится, когда последний банк, когда последнего буржуя накормим. Ничего экстремистского я не спел, я просто обычное. Когда последний банк, ну, все нормально будет с ним, когда последний буржуй, все нормально будет с ним, когда последний. То, что они против церкви, мне не очень. Ну, хотя я сам. Ну, короче, ладно, неважно. Мечтал увидеть тот день, когда пойдет старый мир. Когда последнее. Короче, когда последняя всякая дичь превратится в сортир, когда последний банк. Когда последнего буржуя. Не будем слова петь. Ладно, все. Дичь, полная дичь выходит. Я не умею рисовать. Я паразит. Меня уничтожат в обществе, когда произойдет революция. Если произойдет революция, меня скажут, ты паразит, ты просто рисовал всякую фигню, ничего не создал. Да. Уничтожьте меня, да, в подвале меня расстреляют. Это же подпись поставить, где тут, здесь что ли? Фигня полная. Короче, не буду даже подпись ставить. Сейчас я извинюсь на камеру, но они не любят камеру, вот эти потусторонние существа. Поэтому я делаю глупость. Сейчас я поставлю пейзаж куда-нибудь. Нормальное место, чтобы видно было его. Сюда что-то поставить. Мечтал увидеть тот день, когда пойдет старый мир, когда последняя... превратиться, когда последний банк, когда последнего буржуя. Не одобряем, не одобряем, не одобряем, не одобряем. Не одобряем, не одобряем, не одобряем, не одобряем. Не одобряем, не одобряем, не одобряем, не одобряем. Не одобряем.